Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня и для того, чтобы снова на ваших глазах попробовать что-то новенькое, ну, по крайней мере, для меня. Может, вы этого добра уже объелись в невеликом количестве, не знаю, я не пробовала. Запеченный батат. Я посмотрела состав, там практически он без масла запечен, то есть натуральный продукт, готовый к употреблению. В принципе, батат можно есть и сырым, это будет даже полезнее, жира только добавить, какого-нибудь маслица, например, салат оливковый, чтобы хорошо усвоился бета-каротин, провитамин А, который есть в этом овоще. Вот, собственно, поэтому он такого цвета. По составу на картошку все-таки он действительно похож, его и называют сладким картофелем, а по вкусу, говорят, скорее напоминает тыкву. А вообще мне с детства слово батат такое очень знакомое, я потому что очень любила, одна из любимых моих книжек в детстве была «Вьетнамские сказки», и там почти всегда герои ели батат. Так что сейчас на ваших глазах я его попробую. Сначала надо будет понюхать. Так. Ну, правда, что-то такое тыковку напоминает. Приятненький запах. А по виду напоминает скорее сушеный банан почему-то. Да, по вкусу чем-то напоминает тыкву. Вполне съедобно, но не сказать, что прям пищу от восторга. Съедобно, как в качестве полезного второго перекуса. Очень даже ничего. Я думаю, даже со сметанкой можно попробовать. Как раз жиры добавятся, нужные для усвоения бета-каротина. Вот такая сегодня устроенная фишечка дня. Поставили с вами хороший эксперимент. Теперь знаем, что вполне это съедобно и даже где-то вкусно. Да, нормально. Вот такая устроенная фишечка дня. Пользуйтесь на здоровье. Будьте бодры, веселы. Под видео ставьте лайк. И у нас с вами все. А обязательно получится. Всего вам доброго. Пока.